Хорошо. Всем привет, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на нашей постоянной рубрике «Игра месяца». Игра месяца с LG Ultra Wide. Не переживайте, то, что у нас сейчас имеются по краям... у нас зависла еще камера, друзья. Сейчас, секундочку. Бывает, что ж поделать. Вот, теперь все в порядке. Вот, игра месяца LG Ultra Wide. Не переживайте, что по бокам у нас имеются полосы. Во время игры они пропадут, как только мы запустим сетевой режим. Если что, как обычно, напоминаю вам, у нас имеется аккаунт Игромания Twitch. Вы можете сюда без всяких проблем добавиться для того, чтобы вместе с нами поиграть в For Honor. Список наград. Ох, уж аж целых 3 сундука. Давайте сейчас, кстати, как раз и откроем. Ладно, у нас тут, значит, только первый этап, я так понимаю, битвы за земли. Мы играем, как обычно, за викингов. И викинги побеждают. Ей! У нас, по-моему, намного больше территории, нежели чем у всех остальных. Да, 29. Мы молодцы. И сейчас продолжим сражение, но все-таки давайте сначала посмотрим. Я помню, что мне советовали как раз сундуки открывать на 5 уровне героя. И у меня есть герой 5 уровня. А, у него даже есть что одеть, но почему-то не все одето. Давайте посмотрим. Он тут 3 уровня. 3-го. Это что? А, это наплечники. Ну вот. Первый и второй не особо отличаются, но тоже неплохо. Давайте, кстати, ненужные разберем, что ли, тогда. Разобрать. И вот это тоже разобрать. Без сожаления совести и без всякого зазрения. Так, это у нас уже выбрано. И тут у нас вот еще есть древко 3-го. Его выберем, а остальные разберем без всяких проблем. Так, да, еще раз напоминаю, друзья, ник Игромания Twitch. Добавляйте в Uplay, и мы с вами вместе будем играть без всяких проблем. Так, вроде на данный момент грудь и спина, что такое? А, у меня новые символы и новые раскрасочки, новые узорчики. Нет, подождите, что-то еще. На левой руке татуировка. Окей. Я вот, кстати, про татуировки что-то совсем не помню. Так, и кроме этого мы хотели открыть комплект премиум. Да-да. Отлично. Левый топор Кармарика и нагрудник Гундерика. Замечательно. Два элемента. И давайте, наверное, еще один, пожалуй, оденем. Так, вот это мы хотели надеть. И вот это мы хотели надеть. И давайте еще один комплект откроем без всяких проблем. На 5-м престиже они левели. Ну, поздно, друзья, ничего страшного. Наручи Гундерика и левый топор Бьерта. Отлично. Так, давайте оденем, конечно, наденем вот наплечник и топорик, даже не знаю, дальние очки ярости при получении урона. Давайте вот при получении урона, мне кажется, это намного важнее. Снижение затрат, ну, ничего страшного. Так, персональные настройки, наручи. Давайте вот эти вот разберем. Отлично. И вот это вот, я думаю, тоже разобрать. Привет, Василий, когда ХС со зрителями? Horizon Zero Dawn. Друзья, я, если честно, на данный момент не знаю. Снижение затрат выносливости, атака. Не, давайте атаку оставим. А снижение затрат выносливости разберем. Horizon Zero Dawn не уверен. К сожалению, на этой неделе навряд ли получится. У нас уже расписание, как видите, практически полностью забито. Все, что, к сожалению, на данный момент не забито, то оно обязательно появится чуть попозже, потому что оно, скорее всего, на данный момент просто не утверждено полностью, не подтверждено полностью, но следить за расписанием все еще появится. Нет, восстановление выносливости мне важнее, на мой взгляд. Ладно. Боже, тут у каждого что-то появилось, каждому что-то навыбивали. Ладно, друзья, давайте я начну вас приглашать. Посмотрим, кто из вас сейчас в сети. И кто успеет, тот и, как говорится, присоединится. Альтаир, Каптирус, Кубер 42.
Денизи Демин Андерволлард. Андерворл. Так. Кто еще? Есть ли желающие? Упс! Разблокировать связь. Это не то, что я хотел. Простите. Я не хотел никого блокировать. Так. Да почему опять-то разблокировать связь? Накитак. Так. Давайте. Валить вы сесуаля. Да все хотят валить. Я-то всех беру в свою команду. Ха-ха. Так, вот кто-то уже хочет добавить тут нас друзья. Если я не ошибаюсь, то кроме того, что я могу вас пригласить, вы вроде и сами можете даже не то, что запросить приглашение, а сами присоединиться. Но я могу ошибаться. Ох, ладно, друзья. Так. А меня в Радугу приглашают. Нет, друзья, в Радугу мы сегодня не пойдем. Мы сегодня пойдем играть в For Honor. Так, что тут у нас? У нас имеется 3 человека, еще одно свободное место. Ну так что, друзья, есть кто еще хочет присоединиться? Пишите ник в чат, если вы уже добавились ко мне в друзья, чтобы я вас пригласил. Чтобы я точно знал, что именно вы тот человек, который хочет к нам присоединиться. Так, или поехали пока так, а дальше посмотрим. Сейчас я еще хочу посмотреть, что у меня тут с приказами. Не менее 300 пачков вас слава к концу игры в режиме захват территории. Ну, пойдемте на захват территории тогда. Игрок против игроков. Не, ну против ИИ, я думаю, неинтересно. А вот средняя активность как раз тут. Поехали. Поехали, ребята. Так. Приветствую, Джон Кирми, Сайбер Соник, ночной стрим по Horizon увидим, не знаю, не уверен. Сами понимаете, прекрасно я из дома на данный момент не могу. У меня комп, как выяснилось, не вытягивает даже просто стримы. Вот, когда вот стримил анбоксинг Nintendo Switch, который вам не понравился, у меня комп, к сожалению, не вывозил, пока я не закрыл хром. У меня там в хроме, конечно, очень много вкладок, но все-таки это не так приятно, я думаю, и вам смотреть. Игра найдена, подключение. Замечательно. На 5-м престиже, а не левеле. Ну, да. Василий Доброго, еще раз спасибо за вчерашний стрим по Horizon, отлично было. Да не, вам спасибо, Мельник, спасибо, что смотрите, спасибо, что следите за нами. Подписывайтесь, ставите лайки и так далее и тому подобное. Так, как обычно, берсерк. Я, правда, не знаю, зачем я беру берсерк, учитывая, что у меня не всегда хорошо за него получается, но все-таки... Но все-таки я буду продолжать брать его. Готов. А, только меня и ждем, я смотрю, да? Но ведь Horizon, он же плоечный. Привет, Вась. Ну, а с плойки я могу напрямую стримить только... Только на Twitch, друзья. Но вы же понимаете, что у нас кроме Twitch еще есть много других площадок, на которые тоже нужно стримить. Вы будете играть в Oxygen Not Occlued? Я думаю, да, как только игру нам предоставят. Я смотрю, мне очень повезло, да, вот против меня чуваки с фиолетовым уровнем сложности. Они такие все раскрашены, у них такие классные катаны, и... У меня все белое. ПКшечка устарела, да, морально и очень сильно она устарела у меня, к сожалению. На данный момент я ничего с этим поделать не могу. Василий, а ты проходил тест от Ubisoft кто-то For Honor? Нет, друзья, не проходил. Я просто совершенно забыл, я помню. Он там, кстати, прикольный. Так, у меня уже закончилась стамина. Тихо! Отходи. Почему я упал-то? Это у него...
Ярость, что ли, такая? Ей! Тихо, 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 нет! Тихо, нет, нет! А! У меня немного оставалось. А, Усисуана, ты... Да, про тест я уже ответил. Как связаны компы Horizon? А, ну, вот я уже ответил. Так. Мы захватили зону B. Это мы ее потеряли. Или нет? Подождите, мы оранжевые? Выигрываем, что ли? Офигеть. Их же больше нет! Так нечестно! Вдвоем на одного так нечестно! Почему наш сопартивец стоял и ничего не делал? Брал самые мерзкие ответы и был самураем. А, не, подождите, кажется, я его проходил. Это было давно и неправда, и, по-моему, я был викингом, если я не ошибаюсь, или рыцарем. В общем, мне не понравилось то, кем я стал, и поэтому... Нет, мы синие все-таки, и мы проигрываем со страшной силой, поэтому я побегу на А. Мне нравятся вот эти вот флажки такие. А! А! Я на А! Прощай, самурай. Нет, он меня увидел, нет, нет. Привет. Боже, у него еще... Их тут опять двое. Это же нечестно. Спасибо. Самоубился просто. Почему бы и нет? Да, ладно. Поехали дальше. Что-то как-то все плохо. Я, по-моему, убил их только один раз. И то потому, что мы вдвоем на одного напали. Что ж поделать? Судя по всему, нужно и вправду Димину тактику брать. Я, кажется, своих убил, нет? Я снова кого-то убил, боже. У меня что, получаться, что ли, стало? Здрасте, мужчина. А вы не могли бы подождать? У меня тут как бы это... Здоровье неполное. Так жестоко ты катки еще не сливал. Да ладно. Я хотя бы тут двоих убил. А тут есть какая-то статистика? Я хочу посмотреть, насколько я плох. Прости. Нет, это не то, что я хотел сделать. Я хотел посмотреть, что у меня со статистикой сейчас. Во! Одно убийство? А, нет, два убийства, четыре смерти. У меня все не так уж и плохо, друзья. Убийство их, чтобы чужие боялись. Да. Они тогда начнут отступать, и мы захватим все точки. А, нет! Ну, как? Он мне больше половины здоровья одним ударом снес. О, боже. Horizon Zero Dawn не будет на ПК, только плойка. Да, друзья, это эксклюзив для PlayStation 4, и он, скорее всего, никогда не доберется до ПК. Разве что пройдет много-много лет, кто-то все-таки сделает... Ты перекатываться будешь или куда? Да почему ты упал? Боже. А как вам игра Don't Starve Together? Я достаточно долгое время игрался с друзьями, она меня, ну, завлекла, но на данный момент просто не находится времени, да, и нет, если честно, желания. А так как-нибудь, может быть, возвращался. Давайте застримить серию Farfire как-нибудь. Я не уверен, потому что, если не ошибаюсь, то... Эта игра что-то вроде Bloodbath Кавказ, и мне не очень бы хотелось ее, если честно, стримить. Что-то у меня как-то совсем все плохо. Со стаминой. Все? Все, что ли? Я еще кого-то убил? Неплохо.
Да за что ты меня-то? Давай, что ли, с разных сторон. Вот это было нечестно. Так. Где еще народ? Они все, что ли, здесь? Давай. Тихо, сам не падай только. Окей. Я жив. Я не знаю как. Я не знаю, что происходит, друзья. Но, по-моему, мы выигрываем, да? Пять, шесть. Чё? Это вообще я сейчас играю или это просто запись? Если мне кто-то сказал, что я буду так играть, то я бы, наверное, сказал то, что это точно запись. Я опять кого-то убил. Да это неправда. Нет. На, топором тебе. Они, кажется, сдались. Тихо, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Вас двое, так нечестно, ребят. Давайте по одному. Нет. Это вообще просто не может быть. Это не Bloodbath Кавказ. Я знаю, что это не Bloodbath Кавказ, но если я не ошибаюсь, это что-то очень на него похожее. Я еще и опять жив, да? О, боже, нет, ребята, этого не... 7-7, вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, это просто... Нет, так, такого быть не может. Ребята, да, надо Б захватить. Если вдруг вы меня слышите... Так, ну тут мне явно хана, да. Навряд ли меня кто-то реснет, учитывая, что мне тут еще и все проткнули. Бывает. Просто Oxygen Not Included, это создатель Don't Starve Together. Я в курсе, да, спасибо, Кирилл. Я тоже жду эту игру, точно так же, как игру про лаву от этих же разработчиков. Она вроде как про, в основном про паркур, и это очень странно для данных разработчиков, но мне кажется, она очень достойна. Хотите сказать, что мы снова выигрываем, да? А, наши войны сломлены, что? Я думал, не наши, вы чё, ребят? Не надо никого сломлять-то. Так, остались живых трое. Убийств, чтобы победить три. У нас осталось живых двое, и это как-то очень плохо. Я не знаю, там был кто-то, не был, но я пожал наше кресло просто. Ауч! Я не знаю, что сейчас произошло, но что-то произошло. Нет! Нет, стамина! Стамина! Ah!
Я его почти заборол. Don't Strafe Neo, да. Странно, Вася играет, а Крампуса не видно. Игра же хорошая. Ну, кто его знает. А почему на стриме такая рамочка огромная? У меня тоже ультравайт, но из-за рамки картинка меньше, чем в состоянии 16:9. Ну, друзья, мы все-таки проиграли, да? Ну, мы сражались как боги, на мой взгляд. Потому что мы играем на вот таком вот прекрасном мониторе, это LG Ultrawide. И рамочка появляется, потому что, друзья, все-таки стрим идет не в 21:9, а в 16:9. Поэтому мы производим захват Full HD, а картинка у нас вот в таком вот формате 21:9. Так. Давайте вернем вам обратно игру. Слушайте, мы почти... 7-й левел апнули. Ну, неплохо, неплохо. Даже еще один узор дали. Давайте распределим ресурсы. Я думаю, пойдем мы в атаку. В атаку. Да. Так. В защите у нас там вроде все в порядке. Так. И я... нет, друзья, подождите. Есть ли кто еще желающие... Давайте посмотрю. А, я уже, к сожалению, не успел. Так, давайте я приму там в друзья. А, нет, никого больше в друзьях нету. Еще раз вам напоминаю, друзья, у нас ник. Вытаскивай нас. Я вас вытаскиваю. Ага, конечно, 20 раз. Напоминаю вам еще раз. Ник Громания Twitch. Добавляйте нас в Uplay. Добавляйте, мы вас добавляем в друзья, пишите ваш ник в чат. Я вас приглашаю поиграть вместе с нами. Хорошо, окей. Так, контракт, кстати, совершен. В 10 играх в режиме дуэль. Нет, захват территории. Да, я вот в списке больше нет этого контракта. Если вы откажете от него, он станет доступным. В смысле, если вы откажетесь с него, он станет доступен. Продолжить. Я не знаю, что произошло. Я надеюсь, мне дали награду за контракт. Так, командная работа Авангард. Завершить 5 игр в режиме схватка. Совершить 25 игр в режиме дуэль. Совершите 10 достойных убийств в режиме уничтожения. Победите в 5 играх в режиме уничтожения. Схватка, уничтожение. Схватка, уничтожение. Рабы чести. Рабы чести. А, я понял, в чем прикол. В том, что это уже достаточно старое у нас задание. Давайте вот уничтожение поставлю. Тут что-то еще было на уничтожитель. Да, и вот что-нибудь из этого. Приказы, события недоступны. Ладно, так, мне нужно тогда уничтожение, но здесь нету уничтожения. А, вот это уничтожение, окей. Так. Васька бороду отпускает. Так я давно уж бороду отпускаю, Кожемех, ты чё? Поехали тогда искать. Так, тут вот еще кто-то нам стучится в друзья, но, к сожалению, видимо, ты успеешь попасть только на следующую игру. Мистер Этернал, надо запомнить. Мистер Этернал. Так, друзья, сейчас, секундочку, я открою окошко, потому что что-то жарко очень у нас в кабинете. Видимо, у тебя есть дни, в которые она не отпускается, а наоборот бреется. Нет, я ее в основном не брею, так иногда подстригаю, чтобы выглядело хотя бы нормально, но она все равно почему-то не выглядит нормально. Нужно себе наконец-таки купить уже триммер и выравнивать триммером. А как тебе Оскор? Что такое Оскор, Кирилл? Подскажи, пожалуйста, я тебе, возможно, скажу, как он мне. Фух, так, ну что, подбор игроков, давайте, давайте, ищите нам игроков. Подождите, а я что, в одиночку, что ли?
А как так-то? В смысле, я в одиночку пошел? У меня ж вроде тима была. Боже, друзья, простите, сейчас тогда давайте доиграем. У нас даже один бот. Странный какой-то подбор. Ладно, друзья, на следующем, видимо, Оскар, его вручение. Я не смотрел Оскар, я знаю только вот последнюю историю про последний вот этот вот выход, про последнюю накладку, которая случилась в конце. Ну, мне на тему лучше ничего не говорить, потому что, ну, всякое бывает. Ладно. Так что Оскар я комментировать не буду. Сегодня вот вроде ребята, сегодня будет киномод. И ребята, если не ошибаюсь, там как раз собираются все обсудить хорошенько. Да это ничто для меня. Я тут против фиолетовых трех сражался, или четырех даже. Вообще без проблем сейчас этих заборю. Так, ну что? Давай! Давай! За честь! Ну? За честь! Раунд один! Поехали! Здрасте, рыцарь! Мистер рыцарь, здравствуйте! Ей! Ху! Так, вот там еще бонус какой-то есть. Надо пойти помочь нашим ребятам, пожалуй. Так, бонус атаки. Но с моим здоровьем, блин, я бы никуда не шел. Вы что, прикалываетесь, что ли? В смысле я один остался? Давайте, в один на один. Пипец. Тикара. Нет, я не в первый раз играю, но я не имею постоянного опыта, к сожалению, в этой игре. По причине того, что у меня просто нет времени дома, чтобы достаточно много наиграть данную игру. Я почему-то не сомневался, что произойдет именно так. Шмон такой большой роли не играет, как многое другое. Так что нагибаются все и по-всякому. Но вот, как видели, в предыдущей игре у меня как-то получалось все получше. А тут я как-то понял, что на самом деле у меня еще все не так уж и плохо получается, учитывая, что я остался один против трех. А ребята, мне кажется, как-то уж и могли бы все-таки забороть хоть немного. О! О! У него есть шанс! И у него есть шанс. Вот! Другой разговор. Почему вы на прошлом раунде меня-то одного оставили? Что началось-то? Гелина Соколова, и вам здравствуйте. И куда это он так понесся? Понятно, куда он так понесся. Странно, что не показывает здоровье противника, потому что мне бы сейчас, например, очень хотелось бы посмотреть, все-таки справляется он с ним или нет. Аниме ты смотришь? Ну, смотрю, но последнее, что я посмотрел, это, кажется, был Sword Art Online и Авашка, по-моему, к нему. Если я не ошибаюсь. Ну, то есть, не сам Sword Art Online. А именно второй сезон, что ли, его как-то так он... Да, второй сезон Sword Art. Тут надо на самом деле комбо просто учить. И запоминать. Так, ребят, ну давайте, вы должны победить. Он остался один, и вы с ним справитесь, давайте. Вот и все. Молодцы.
Надо сказать им спасибо и отлично. Нет, я не ту кнопку, вот отлично. Простите, простите. Здравствуйте, мистер Фален, 71 Рус, да, здравствуйте. А чего стрим в 30 FPS? А потому что у нас игра идет на ультра-вайт мониторе LG 21:9. И разрешением практически 3К. О, 4К. Он же расширенный 2К, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Вот и все. Делов-то. Тут ботинки какие-то. Видимо, они меня ускорять, что ли, будут. А, там добивание сработало. А, у меня тоже добивание. Моего чувака тоже резнуть не могут. Это хорошо. Ед хорошо. Так. Давайте возьмем еще бонус атаки. Отлично, они стакаются. Ладно, я не буду вам мешать, ребят. Но резнуть я тебе его тоже не дам. А, нет. У него бонус брони, блин, это очень хреново. Ой, я его заборол, что ли? Ей! Привет, Косамелька. Тихо, подожди. Подождите, мужчина. Подожди, так я ж тебя столкнуть хочу. Ты чё? Не только у меня стамина закончилась, я понял. Так, у кого она быстрее восстановится? Кажется, не у меня. Так, подожди. Подожди, нет! Я даже не знаю, восстановилась ли у меня стамина. Нет, не восстановилась. Так, это была очень плохая катка. Я ему, по-моему, даже урон не нанес. А он меня еще и унизил. Боже. Шлем не хватает. Да, шлема... За что? Медокоу меня не очень любит, явно. Я, пожалуй, сделаю... Простите. Шлем у нас забрал уже Федор, поэтому косплея больше не будет, друзья. Так, ну что, у нас остался бот и два противника. Это бот стоит, ждет или нет? Я, к сожалению, не вижу, чтобы здесь было здоровье. Мне кажется, нет. Или бот стоит, ждет. Я вот что-то понять никак не могу. Кто из них бот-то? Нет, это не та кнопка. Нет, это бот сражается, а чувак как раз ждет. Бот вообще пипец. Понесся. Понесся за хилкой, боже. Офигеть тут бота, конечно. Сейчас броню еще пойдет, возьмет. Пипец. Я бы не хотел против бота такого сражаться. Чувак подбежал, получил люлей, убежал. Отлично. Давай, бот, догоняй его. Вот и все. Зачем надо было от нашего бота убегать? Не надо было от него убегать. О боже. Наш бот просто раздает налево и направо. Ну ладно, вот этот чувак, мне кажется, его уже заборит. Хотя... Да, заборит. Понятно. А что это за красный пол от тебя? Подарочек от спонсоров или свое? Свое. Ей!
Ей, славный бой, славный бой. Руслан Манапов, вам тоже здравствуйте, дам. День добрый, в Пратер можно? Да, добавляйте в друзья игромания Twitch, я добавляю вас в ответ. Вы пишите свой ник в чат, чтобы я знал, кого мне приглашать из всех тех людей, которые мне уже добавились, и без всяких проблем. Так, мы за красных, и поэтому нужно... Я совсем не хочу терять территорию, поэтому давайте вложимся в защиту. Я сейчас, пожалуй, выйду в меню. Карте... нет, подождите. Нет, я не хочу нажимать готов, я хочу к карте мира перейти. Да, вот. И начать приглашать людей без всяких проблем. Так, Адван пригласить в группу. Здесь тоже пригласить в группу. Давайте, друзья, приглашайтесь, кто хочет. Ник, еще раз напоминаю, игромания Twitch. Добавляйтесь, друзья, и я обязательно, как видите, как и всех этих людей, которые у меня есть в друзьях и которых я могу пригласить, я вас приглашу. IP Murphy. Murphy says Lampard, Mortor, More Eternal, Imzoft. Как раз вот одно местечко осталось. А, вот все, все, местечек больше нет, друзья. Так, ну что, поехали тогда дальше в смертельную схватку. Мне как-то тут понравилось. Поехали. Четыре человека. А что там со списком изменений 1.03 самое интересное? Я в английский просто не бум-бум, а переводчик хрен какую-то перевел. Дмитрий, я, к сожалению, не слежу за обновлениями игры, поэтому не могу вам сказать, что там за обновление. Если вы, не знаю, подождете немного... Я постараюсь найти эту информацию и во время стрима, может, даже вам подскажу, что да как. Так, вот еще оливка 415. Ну вот на следующий бой я кого-нибудь выгоню и возьму тогда оливку без всяких проблем. Разыграйте полу среди зрителей. Посмотрим, посмотрим. Ксамелька, я, к сожалению, не знаю, как у нас на данный момент с этими поло. Вот. Игра найдена. Так, поехали обратно. Опять за берсерка. Мне как-то прям за него очень хорошо, за нее удается играть. Здравствуйте, вы играете на том мониторе, на котором делали обзор, и какая видеокарта нужна для игры на полный экран? Ну, смотрите, наши спецификации вы видите на... внизу в описании, там есть то, на каком, какая спецификация у нас компьютера. Мы играем, как видите, Full HD на ультравайт. Сейчас, не беспокойтесь, сейчас начнется игра, и полоски с боков пропадут. Вот. И так вообще игра идет без всяких проблем. Да, бывают проседания кадров, но они сами по себе иногда, да, случаются. Ничего с этим не поделать. 108 уровень. Это уровень экипировки, если я правильно помню, да, друзья? Скажите, пожалуйста. А то, что вот у них это как его? Венок вокруг уровня, это, я так понимаю, по престиж, да? Окей, хорошо, буду знать. По поводу того, точно ли этот монитор у нас на обзоре, лучше да, спросите у Дмитрия Колганова. Он будет у нас железный цех в пятницу. Подождите. Давай! Стамины нет! Боже, стой! Стой, стой, стой! Нет! Тихо, тихо, тихо! Блин, только добивание не сработало, так бы хотя бы здоровье восстановил. Ладно, главное, чтобы его... 4-1! О! Мамма мия! Я, пожалуй, бронку возьму.
У нас все очень неплохо. А где здоровье тут восстановить можно? Ребят, не видели? Мне бы здоровье немножко восстановить. А то что-то как-то все не очень хорошо. Вот там ботинки. Нет, ботинки меня не интересуют. У меня, скажите, где тут здоровье восстановить? А то что-то у меня как-то с ним все плохо. Там кого-то забороли, что ли? Броня. Ладно, все броню берут. Привет. Давай по одному. Один на один. Эй-тя-тя-тя-тя. Танцуй, девчонка. Это не я. Это ни при чем. Ну тогда сражайся с ним, ладно. Я постою в сторонке. Один на один. Все, мы привыкли. Один на один. Все нормально. Ты что, так и будешь, что ли? Я сделаю так вот. А еще можно сделать вот так вот. Сюда иди. Ну вот и все. Практически не буду стоять. Это... Не буду мешаться, пожалуй. Давай. Забори ее уже. Слышь, викинг. Викинг, давай! Викинг, ты че? Ты еще тут проиграй мне. Пипец. Он проиграл. И я проиграл. Вот позор, боже. Сейчас она в одиночку нас всех троих вынесет. Вот будет просто позорно. Ну хоть ты там не слейся. Давай, рыцарь, мы в тебя верим. Это было очень позорно. Понятно. Вот, кстати, я бы еще и за нее хотел поиграть. Сегодня будет Horizon? Нет, друзья, сегодня, к сожалению, Horizon не будет. И когда он будет в ближайшее время, я не могу вам сказать. Давай, 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 рыцарь, лыцарь, я верю в тебя. Пипец. Игра по заявкам Uncharted, но ведь новиночки, ну... Ксамелька, у нас как бы по заявкам то, что нам... На что, что нам донатят? Нет, есть, сходите, у меня есть... Сейчас, подождите. У меня есть одно предложение для вас. Мы, в принципе, можем, например, отказаться от этой передачи, но там... Нам в любом случае, мне кажется, придется постримить торрент, потому что все-таки на него занесли 1000 рублей на первый торрент, и его прям... Очень сильно... Да блин, ты умрешь или как? Подожди. Погоди. Жди. Да почему ты не попал-то по нему, да боже! Один тычок оставался. Чё-то жестко FPS проседает. Ну, давайте сейчас немножко поменяем графику. Так, сглаживание, например, уберем, я думаю. Правильно? Зачем оно нам? Детализация на высоко поставим, динамические... Ой, динамические тени мне вообще, если честно, не нужны, я их не люблю. Вообще, зачем нам тени, не правда ли? А, подождите, я живой, что ли? Это я был, я думаю, что... Ребят, простите, я даже не знал, что меня резнули. Ёпросто. Да. Кстати, про Uncharted, Василий, вам как раз немного пройти осталось. Вот и повод. Мне немного пройти. У меня там, по-моему, несколько глав осталось. И, к сожалению, там не я, скорее всего, буду стримить. Я думаю, будет стримить Лея Радна. Вот. И, ну, там посмотрим. Лучше, наверное, с самого начала ей начать. Привет, советы шли купить игру, говорят, онлайн упал по цене. Ну, смотрите, у нас... Так, а стрим не упал? Нет, не упал, хорошо. Онлайн не упал, как видите, достаточно много людей до сих пор в нее играет. У нас очень быстро, на мой взгляд, находится игра, и никаких проблем в поиске мы не испытываем. Ну, да, приходится подождать, ну, буквально минутку. Но... Это не самая большая проблема, если честно. Потому что во многих играх приходится иногда ждать и больше.
Оба в ярости. Боже. Ну, видимо, да. Мы все-таки проиграем. Так, что-то мы как-то прям сливаемся. Тащил, тащил я, и что-то не пошло. Как раз у меня этот викинг. Да подожди ты. Я что ж так делал? Не, мы что, правда ничего не снес, что ли? Вы прикалываетесь? У него еще и ярость накопилась, да ё... Красота. Вот, видите, Дред Сию пишет, что по вечерам 49-50 тысяч онлайн, так что очень неплохо. Минус мораль после того, как вас один чел всех убил, да. Да, видимо, из-за этого. Да, многим игра понравилась. Достаточно хардкорно и имеет, ну, не знаю, большое количество интересного. Плюс еще будет обновляться немало. Как видите, каждого героя еще пока прокачаешь, пока то, пока сё. Ну, кто так делает? Мы всегда, блин, один на один сражались. Ну, бот-то уж можно было тоже пожалеть. Ну, на старте было больше 100к онлайн, а прошло всего 2 недели. Ну, друзья, это не значит, что вот за 2 недели... то есть, то, как упал онлайн за 2 недели, он так и будет падать дальше. Вполне возможно, что тот уровень, который сейчас, он останется на долгое время. И тут не стоит переживать, поэтому... Так, давайте распределим ресурсы снова. Так, тут мы уже... Вот давайте снова отдадим... Вот сюда, я думаю. Еще 1000. Так, и я помню, у нас... О, как раз местечко освободилось. Нужно мистера Калину, по-моему, пригласить. Или как-то так он... Как-то какой-то такой у него был ник. Ксель, нет. Твой енотик, боже. У нас есть... У меня в друзьях есть твой енотик. Так, где там у нас еще один человек? Что, ушел, что ли? Видимо, да. Не вижу тоже. Выводи нас. Ну, давайте выведу, да. Карте, да. Выйти с группой. Если ты любитель помахать на мечах и топорах, бери. Это хорошее разнообразие. Не все же в радугу играют. Это да. Здорово, как тебе Horizon? Много людей вчера спойлерили сюжет. Нет, сюжет никто не мог спойлерить, потому что никто его еще не проходил. И это было, кстати, очень даже неплохо. Вот, а так вообще достаточно интересная игра. Как по мне, сюжет очень интересен. Да и не только сюжет, геймплейная игра тоже очень неплоха. Так, Оливка 1415. Я вспомнил, кто там к нам в друзья стучался. Друзья, еще раз напоминаю, ник Игромания Twitch. Если хотите, присоединяйтесь без всяких проблем, добавляйтесь в друзья, и мы вас пригласим. Война! Никаких один на один! Рвать толпой крупных, глупых доброчестивцев! Нет. Игра называется «За честь». Значит, мы сражаемся за честь. Вот так, друзья. Привет, Прасянь-к. Энни-к. Так, ну что, друзья, неужели никто не хочет к нам присоединиться? Я смотрю, один человек посмотрел. Над не позволил. Ну, давай еще раз попробую пригласить Оливка. Посмотрим, пригласишься или нет.
Я смотрел, в Ютубе уже выложили пасхалки из игры от Хидео Кодзимы. Ну, пасхалки многие выложили, да, потому что прессе игра доступна была достаточно за долгое время. Не буду говорить за какое. У нас тоже уже вышел текст, вышел обзор. Вчера мы вот для вас постримили, друзья. Так что... все хорошо. Так, ну что? Давайте тогда приглашать всех остальных. Джаггер-сан, мистер Этернель. У нас еще одно местечко есть. Если кто-то хочет присоединиться, добавляйтесь, друзья. Вот огребайте за свою честь. Зловещий смех. Мельник, не знал, что ты такой. Вася, а ты не знаешь, где в Москве можно купить запчасти для геймпада от PlayStation 4? Интересует шлейф от сенсорной панели. 13-й. Я, к сожалению, сам не занимаюсь ремонтом такого вида техники. И где отдельно покупать прям комплектующие от нее, я думаю, ты навряд ли найдешь. Можешь, конечно, по Савеловскому попробовать побродить, по Буденновскому навряд ли, но, наверное, в основном это Савеловский. Шанс. А игромания еще журнал печатный выпускает. Да, выпускаем мы печатный журнал, друзья. Не только печатный, точно так же. Сори, но я не купил эту игру. А, Demon Underworld, прости. Я просто приглашаю всех подряд. Кто есть. Вот. Поэтому вот так вот. Так, а игромания занимается озвучкой или субпереводом на русский язык? Нет, YAMI. Нет, подобным мы не занимаемся. У нас вот ролики на Ютубе есть, как видите, Twitch-канал, YouTube-канал. YouTube-канал для трансляций. ВК у нас две большие группы, журнал у нас есть. Вот. Поэтому, если вам вдруг что-то интересно... Ладно, друзья, я смотрю, что-то как-то никто не торопится присоединяться. Поехали тогда дальше. Я не таков, просто у меня For Honor нет. Вот если бы у меня был For Honor, я бы по-другому запел. Ага, конечно. Ладно. Стоит ли игра своих денег? Как по мне, стоит. Если у вас есть друзья, с которыми вы будете вечерами проводить в этой игре, прям вот 100% стоит. Мне кажется, хотя здесь можно и в одиночку очень неплохо повеселиться, поиграться и тому подобное. Как же озвучка турнира по Just Dance? Ну, комментирование мы иногда делаем, но это все-таки не озвучка. Все-таки французского мы не знаем, по крайней мере, я. Так что вот так вот, друзья. К сожалению, мы без французского. А так, ну, комментирование периодически происходит. Вот комментировали еще турнир по Радуге, турнир по Just Dance вот совершенно недавно был. Да и все. Василий мастерски меня игнорит. Да чем я тебя прокол, ты пупок, опять-то игнорю. Привет тебе, привет. Может быть, вполне возможно, просто пропустил твой комментарий. Случайно. Привет, да, привет. Привет. Мастерски. Вот ты все время считаешь, да, что мне лишь бы тебя заигнорить, да? Вот только ради этого. Останавливает врага и наносит урон. Ну, не хочу я, пускай у меня пассивок будет больше. Все-таки пассивки, мне кажется, важнее. Так что, если ты группу сразу не создал, тебя автоматом кидают бота? Автоматического добора нет? Ну вот, добрали, видите? Добрали рандомного просто человек к нам. Эрзюнап с нами будет сражаться без всяких проблем. Вась, как считаешь, какой лучше брать ноут от MSI, 15 или 17 дюймов? Смотря для чего, если для постоянной работы дома, то 17-ки, мне кажется, лучше. Если вы будете его постоянно таскать с собой на работу, ну, то есть, не только для домашнего, или дома у вас есть комп, то, мне кажется, вам 15-ки вот с головой хватит, без всяких проблем. Димитеру, привет. Стоит ли брать ее на PlayStation 4, как там с онлайном? Алекс BGG. Я, к сожалению, не знаю, как у игры с онлайном вообще в принципе. То есть вот ты видишь, у нас в комментариях люди присутствуют, пишут на эту тему. Насколько я знаю, у меня вот коллеги играют на PlayStation 4 без всяких проблем. Им вроде игра даже нравится и онлайн есть.
я тоже так умею. Смотри, мужик, оп. Да черт! У меня ноут 15, это мало. Ну вот каждому свое. То есть это смотря для каких. Это смотря для каких целей. Все, ты меня проигнорил, выпуск прошел не зря. Проколотый пупок, ну че ты? Че ты? Че ты? Добрый день, не знаешь ли ты? Если проходить кампанию на другой сложности, будет ли давать сундуки? Я, к сожалению, не знаю. Там вроде есть какие-то ачивки и какие-то штуки, видимо, дают на максимальной сложности. Но я так понимаю, что тебе дают... То есть, если ты пройдешь на максимальной сложности сразу все, всю кампанию, то, скорее всего, тебе дадут сразу все награды. А так потом ты просто будешь получать дополнительный опыт. Ну, просто чуть больше опыта, чем раньше. Интересно, у него полное здоровье. А это как раз мой противник, понятно. Сейчас он заборит троих, и это будет очень странно, потому что... Давай, добивай его, добивай. Добивай, у него там мало здоровья же оставалось. Он хилялся, что ли? Великий воин. Ага, на 20 месяцев подписки не так много пока людей. Ну, проколотый пупок. Спасибо тебе большое за 20 месяцев. Понятно. Что это сейчас было? Все, побежал, молодец. Вот и все, отлично, новый уровень. А, что? За честь? Нет, никогда. Так, бежим дальше. Здоровье, ей. Отлично, это то, чего мне не хватало. Броня. Это хорошо. А, все уже. Ну ладно. Сундуки для нахождения точек важных и также разбивание предметов типа кувшинов. Ну вот, видите, вам вот Максим 1986 подсказывает. Да подожди, я отвлекся. Большую сковородку он Маше собрался отправлять. Ну-ну. Чтобы я не увернулся. Чё ты такой добрый-то, проколотый пупок? А потом спрашиваешь, что это я тебя игнорю. Ага. Вась, когда игра идет 4 на 4, то включаются статы шмоток и меняются статы. Так, что? Включают статы шмоток и меняются статы. В 1 на 1 или 2 на 2 проще. Там решает скилл в основном. Окей, Шрёдингер Кэт, спасибо, буду знать. Спасибо, Мельник, за прекрасную песню. Спасибо. Очень приятно. Чё там нас сухую разобрали как-то. Чё-то как-то... Или мы выиграли в сухую? Нет, мы проиграли в сухую. Ну ладно, счет 2-1. Еще есть шанс. Так. Здрасте, мужчина. Я так готов долго стоять. Нет. Нет. А! Да, совсем что-то не идет игра. Бывает. Все совсем плохо. 1-3, да. 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 Проигранный бой.
Так, ну что, друзья, есть ли те, кто хотят еще присоединиться? Ник, напоминаю, все такое же, игромания Twitch. Добавляйтесь, друзья, присоединяйтесь, и будем играть все вместе, без всяких проблем. Ну, 8-й уровень, неплохо. Цвет мрак. Допачки опыта. Ну, окей. Так, распределение ресурсов. Давайте в защиту продолжать вкладываться, а то мы все тут это плохо защищаем территорию. Нужно ее хорошо защищать. Так, Никита Астанин, вам тоже здравствуйте. Сам недавно узнал этот факт, то есть 4 на 4 имеет значение, какие шмотки и на какие предметы. Так, еще раз давайте к карте, выйти с группой и, друзья, напишите, пожалуйста, в чат ник, кого из вас нужно пригласить, кто с вами готов и хочет с нами поиграть. Я вас без всяких проблем приглашу, и мы с вами все вместе поиграем. У нас как раз вот одно местечко в группе есть, если кто-то хочет, пишите, без всяких проблем. Давай, Оливка, я тебя еще раз попробую пригласить. Вдруг у тебя там все проблемы с НАТО решились. Алекс, год 94. Альтаир 76. О! О, Оливка! Получилось. Так, у меня там, кстати, еще одно задание завершено. Но почему-то я не могу его перевыбрать. А, это ежедневный приказ. Окей. Так. Изменил с красного на желтый. Хорошо. Так. Рабы чести. Ну, давайте. Надо все-таки доделать еще задание. Почему бы и нет? Игрок против игрока, конечно же. Василий, сезон картишек на исходе. Сегодня был нерф Шама, Спирит Клаус. Стали стоит 2 и... Буконьера вдвое порезали. Вместо 1-2 стал 1-1. У него с картинки убрали лампу из руки. Будешь играть? Фенрир там сейчас, если я правильно понимаю, то почему-то Алексей все равно продолжает играть с моего аккаунта. Я не знаю, может, ему и вправду интересно. Может, не знаю почему, но вот у меня, к сожалению, нету на данный момент возможности играть в Hearthstone. У меня еще... Hollow Knight не пройден, я сейчас в основном в него играю, видимо, пока не пройду, не успокоюсь. Фух. Horizon Zero Dawn, игра Гроулда, или же рано пока об этом судить? Awesome Seed, не знаю, на мой взгляд, это одна из заявок на игру года, причем достойная, очень достойная, и мне кажется, она, ну вот прям, я не знаю, как комментировать, потому что минусов, если честно, я пока в игре не нашел. Вполне возможно, со временем она поднадоедает, но вот то время, которое я провел в игре, кроме стрима, мне игра очень понравилась. И мне она до тех пор не надоела. Здрасте, мужчина. Чё ты быстрый ты такой? Почему я не могу его откинуть? Как это происходит вообще? У меня и стамина еще и закончилась. Я вообще в углу стоял. Хлевой 912. Это вообще нечестно было. Давай, добивай. Отлично. Минус голова. Замечательно. Отомсти за меня!
честью играете или нет. Когда как, Оливка? Честно. В основном стараемся с честью, если честно. Но, как видишь, и противники, видимо, с честью, поэтому... понятно. Оливка сейчас в одиночку разберет троих. Я вам просто хочу показать, насколько круто это выглядит на ультравайде на самом деле. Черт! Оливка, ну как так-то? Я верил в тебя. У тебя почти получилось. Да не извиняйся. Все хорошо, это был достойный бой. Мне очень понравилось. Вот, спасибо. Здрасте! Да почему? Почему не блокируешь удары, не говоря уже об уклонении и парировании? Я стараюсь, но, как видите, у меня это плохо получается, потому что я не понимаю, как это происходит. Я не соблюдаю тайминги и просто в них не умею. У всех по нулям. У всех по нулям. Один Оливка за нас всех отдувается. А, ну у него, кстати, да, у него пинг же. У него пинг хороший. Видимо, поэтому он и выигрывает. А. Ладно. У вас очень плохой матчмейкинг. Тебе дают типов с четвертым престижем, в то время как у тебя даже первого нету. Я так подозреваю, что сейчас, скорее всего, все уже имеют престиж и тому подобное. Вот. Плюс у нас в команде, как видите, люди, с которыми мы ищем поиск как раз с престижем. А мы, да, мы этот аккаунт не прокачивали. Вот почему он такой быстрый, а я так быстро не могу? Объясните мне, пожалуйста. Добавь друзья в Uplay, есть место? Да вроде есть, без всяких проблем. Ку, нор. Имя есть что, как обычно, игромания Twitch. Добавляйте в друзья в Uplay и без всяких проблем все вместе поиграем. Так, потому что он в шлеме, он дает ему ускорение, да, а я без шлема, и все плохо. Нет, смотрите-ка, мистер Тернал сейчас тоже очень неплохо показал результат. В отличие от меня вместе с Мортар 163. Эх. Раунд 4. По-моему, мне уже вот второй раунд попадается один и тот же противник. На какой платформе рубаешь? Не пойму, ПК? Да, ПК, просто с использованием Xbox One контроллера. Только For Honor играть будешь? Нет, друзья, смотрите, у нас внизу под трансляцией есть расписание. После For Honor у нас с вами будет стрим киномод. Ребята вам расскажут, если я не ошибаюсь, про... Оскара, пообщаются на тему Оскара, расскажут, как вообще дела, как все, и пообщаются с вами. Он делает комбо за комбо, ну да, видимо.
Медвежья смерть. РТ, РТ, РТ. Рывок колпана. ЛС плюс РТ. Окей, окей. Попробуй аванганда рыцаря первый, пожалуйста. Ну, давайте попробуем, но мне кажется, за него у меня тоже будет не очень хорошо получаться. Как-то берсерк прям очень плохо. Так, что у нас тут? Ну, смотрите, у нас защита вырывается вперед, это хорошо. Значит, сейчас скоро будем вкладываться в атаку. Еще немножко дадим преимущество. И давайте, я думаю, просто нажму готов. Тут человек про нерф когтей и буконьера говорил. Когда нерф выйдет на Европе? Не знаю. В Громании нужен узкоквалифицированный специалист по блокам и парированиям. Да, вполне возможно. Человек с щитом, который будет сидеть на стриме. Вот, я думаю, человек с щитом имеет более лучший баф. Богами, что там богами? Из Стима, здравствуйте. Что там богами? Слишком мало игроков, возврат в главное меню. Сори, но я не купил эту игру, изменить с красного на желтый ботами. Что ботами? В воде здесь нет никого, с ботами играть будем. Ну, что поделать. Так, слишком мало игроков. Нас еще и без... Снова группу собирать. Замечательно, поехали. Так, оливка. Мистер Тернул. Так, кто-то сейчас еще добавился в друзья. Я, к сожалению, не помню, кто. Помню только его аватарку. Тигмали. Кто еще сейчас в игре For Honor? Мортор. Кунор. Подожди, Кунор, ты должен быть выше, если я не ошибаюсь. Нет, он здесь не совсем так делает. Кунор, пригласить группу. Но что-то вы как-то не присоединяетесь. Кому, кстати, сколько сундуков за конец раунда дали? Мне 3 только. Так, что-то как-то никто не присоединяется. Что такое? Что не так? Так, Кунор, пригласить в группу. Мартор, пригласить в группу. Оливка, пригласить в группу. Ребят, ну присоединяйтесь, что не так-то? Меня пригласили, не получается. Ну давайте, вот меня Истина сейчас пригласил, давайте я приду к нему в группу и уже из его группы буду приглашать вас. Давайте. Так, доступно. Не, Мартор, подожди, Кунора надо пригласить. И Оливку надо пригласить. Мортор, прости, видимо, для тебя места нет. Ну, если, конечно, ребята сейчас присоединятся, успеют. Вася, ты поскрипываешь, да? Старый уже стал совсем. Надо кость смазать, да не получается никак. Ну... Кунор из Стима. Поехали. Что, в сетевую игру? Требования не выполнены, только для лидера группы. Запускай нас. Запускай.
Опять? А что случилось-то? Я даже не заметил, что произошло-то? Почему я один друг стал? Странно. Так, ладно, друзья. Вы отвалились? Ну вот каким-то образом, да. Давайте сейчас еще раз попробую вас всех пригласить. Стима еще, я помню, был. Давайте я попробую перезапустить игру, друзья. Вдруг это поможет, потому что, ну, бывают такие проблемы. А, нет, вы, я смотрю, присоединяетесь. Эстина Кунор, давай, присоединяйся. ВД-40 больше не будет скрипеть. Ага, угу. Конечно. Кунор играет. Ну так, Кунор, присоединяйся. Чё ты? Да вот вроде уже все нормально. Вот сейчас вроде присоединился. Так, стоп. У нас Оливка уже здесь. Стима здесь. Кунор. Давай. Кунор. Что-то не присоединяется, Кунор. Мистер этот, как его? Еще вот его нужно пригласить. Где он? Где он? Что-то нету его вообще в сети тоже. Джаггер Сан, вот я смотрю, заходит в игру. Так, так, так. Мортор, давай что ли ты тогда присоединяйся. Мортор. Вот, все. Прости, Кунор, к сожалению, ты вот не успел присоединиться. События. Давайте захват территории. Что-то мне перестало вести в этом. И я помню, вы, кажется, просили рыцаря взять авангарда, да? Без всяких проблем. Когда вообще встречи с подписчиками организуются? Столько антикафешек, где можно было бы помериться с силушкой. Посмотрим, Косамелька. На данный момент не знаю, потому что надо все-таки, скорее всего, ее арендовать. Я думаю. Да и плюс большинство подписчиков, если я не ошибаюсь, у нас не из Москвы. Так, рыцаря авангарда вы хотели, авангард. Ну давайте попробуем авангардом. Почему бы и нет? Мы бы с Соником пришли. Ну посмотрим. Нужно просто как-то запланировать ее за месяц, я думаю. Написать всем приглашение, если кто-то хочет, чтобы мог как-то распланировать свое время и там уже смотреть. Но я, если честно, ничего не обещаю, потому что, друзья, сейчас просто, если честно, не до организации встреч. Плюс, сами понимаете, на встречу с подписчиками. Ну, там, то есть, по-хорошему, конечно, лучше организовать это все, арендовать кафешку, чтобы там никого лишнего не было. Но я так подозреваю, что у нас просто не будет возможности на это. И скорее нам проще будет дождаться лета и встретиться где-то на улице, если хотите погулять и просто в какую-нибудь ближайшую, близлежащую кафешку сходить. Ну или там не кафешку, или просто там и вправду где-то потусить, там не знаю, может... На, не знаю, на ВДНХ где-нибудь или еще в каком-нибудь парке. Почему бы и нет? В атаку! Убить всех синих! Как бы странно не звучало, но почему-то здесь все равно противоборство синих против оранжевых. Я ничего не хочу сказать. Так просто. Если вдруг там кто-то побежит, я могу его там закрыть. Но там никто не побежит, как обычно. Я почему-то в этом не сомневался. Если я здесь спрыгну, урон получу. Я здесь просто не спрыгну. Тоже хороший вариант. Это тоже, наверное, неплохо. Замечательно, что это сейчас было. А, их там двое было, замечательно. Жалко, я со 150 километров в Москву, а так бы тоже потусил бы. Ну, посмотрим, посмотрим, но я не уверен насчет
Вот. Все-таки, если за месяц запланируем, может, все-таки сможешь приехать там, не знаю. Арендуйте улицу, да, неплохой вариант, мне тоже нравится. Бургерную, ну, кому как. С первого взгляда игра просто шли пресс красота, я думал, это стратегия. Нет, это совершенно не стратегия. Это Рубилова на мечах. Так, я, пожалуй, сбегаю наверх, потому что там нужно захватить точку. Это все-таки основная наша задача. Там как раз кто-то бегал. Бегал. Раз уж вы в одного на двоих, я тоже буду в одного на двоих. Как у меня. Можешь сгонять кино, как с Димой Шепелевым. Я, кстати, вот не узнал у Димы Шепелева, сколько там вас собралось-то всего. Да? Сколько народу-то было? Позитивная сосиска, только с девушкой пришел. Понятно. Вот так вот, вот, собирай вас, как говорится. Ребят, вы, может, мне поможете все-таки? Ничего я больше не буду показывать вообще, блин, сейчас стрим остановлю. Федеральный проект организовать. Игромания против. Будет с подписчиками в парке ходить и пиратов доставать. Да, покупайте только лицензионно и больше ничего. В парке в Казаки-разбойники. Ага, почему бы и нет? Как это работает? Они нас на респе убивают. Мы с респауна выйти не можем. Но мне кажется, это странным просто. Ну вот просто странным. То есть, ну, не должно быть так. А Шепелев на защитников ходил? Да, Дима с Аней собирались и всех приглашали вроде как сходить вместе с ними на защитников. Но вот, как видите, пришел только позитивная сосиска. Отказали в помощи, неплохо. То есть он вот все это время просто стоит здесь, и мы его ни разу не убили. А где еще двое их? Вот просто скажите мне, пожалуйста, и почему они больше ничего не делают? Я же заблокировал, вот объясните мне, пожалуйста. Проколот пупок. Его никто не затаскивал, он сам пришел. Просто кино даже не поболтать, а вот кафе другое дело. Ну, в кино можно после кино поболтать, почему бы и нет.
Уровень я помню, сейчас тащить будешь, конечно, 20 раз. Попробовал я за рыцаря, он мне не понравился. Верните мне, пожалуйста, моего берсерка. Притиршие не показатель скрила. Я в 0 шмоте, 8 престижа разбирал. Спасибо трем частям Dark Souls. Ну вот, как видите, мне три части Dark Souls, Bloodborne и Nioh совершенно не помогают в этой игре, потому что механика игры совершенно иная. Я не разбираюсь в этом, ну то есть никак не могу подгадать все эти тайминги, никак не могу в них попасть, и совершенно это плохо получается. Всех можно победить, просто нужно понимать механику. Да, нужно, как говорится, знать шаблон, вот, и понимать, что в этом шаблоне не так. Я так понимаю, что снова у нас те же самые ребята против нас. Ну, давайте, грузитесь. Надо потренироваться Mount & Blade. Ну, тут совершенно иная система, то есть я вот... Мне кажется, нету нигде подобных аналогов, нету нигде подобных систем боя, потому что тренироваться даже негде. Просто нужно уходить и играть с ботами на самом деле. Зря мы с ними иначе продолжили играть, конечно. Попробуй победить щитовика рыцаря, когда его бьют по три человека, у него бесконечный рейдж. Ну да, вот у нас именно это и происходило. Бесконечный рейдж у этих рыцарей, у самурая и у рыцаря, по-моему, если не ошибаюсь. Зона Си потеряна. Зона Си потеряна. Зона А захватывается. Вот как он рейдж накопил, скажите? Так быстро это не должно происходить. У него опять рейдж накоплен. А, нет, еще предыдущий не выпал. Я убил кого-то! Боже, нет! Опять этот щитовик. Так, давай. Я почти его поднял! Да что ты будешь делать-то? Ладно, это было неплохо. Я даже кого-то убил. Я себя не чувствую таким беспомощным, как раньше. Оп, меня подняли, спасибо. Мне оказали помощь. Так, ну что, ребят, надо щитовика забарывать. Погоди, я говорю. Да подождите вы вдвоем-то! На меня одного! Ну так нечестно. Все просто заходишь сзади, и когда он атакует кого-то, то два тяжелых атаки в спину сует. В момент удара он не может блочить, а если дефиться тупо от кого-то, то опять же с фланга или сзади пробивай блок. Ну да. Спасибо, постараюсь. Использовать вашу тактику. Так, давайте, знаете что, отхватим С, пожалуй. А, нет, подождите, С и Б наши. Они там с этого, с такого места заходят и пытаются... Тихо, подождите. Я, пожалуй, просто вот мелочь всю поубиваю. Здравствуйте. А вы не могли бы подождать? Ну... Еще и вдвоем. Кинопоиск завысил оценку с единиц. Ну да, на кинопоиске все очень странно, конечно. А, это вы про комнату. Комната просто замечательный фильм. Мне кажется, у него должно быть 10 из 10.
Вот. Джонни Вайса. Джонни Вайса просто бог кино. Вы, если вы посмотрели, вы, вам не понравилось, вы ничего не понимаете. Я, конечно, шучу, но все же, друзья. Да, это очень странный фильм, и почему? Подождите, это на нем что-то висит, что снимает или увеличивает, я вот понять не могу. А, то есть они опять вдвоем забороли нас всех. Да что ты будешь делать-то? Втроем, да, неплохо. Да, почему бы втроем меня не побороть, да? Беги, мать твою. Беги, беги. Да, тут все. Нет, друзья, мы приветы не передаем. Василий, не пугай меня так, а то я уж подумал, что у меня нет вкуса. Да ладно. Томми Вайсо просто шикарная игра. Вот его актерская игра, это просто что-то с чем-то. Я думаю, я вот всю жизнь хотел научиться играть именно вот как Томми Вайсо. У него, по-моему, совершенно замечательно просто это получается. Я даже не знаю, на какие курсы он ходил, но я бы, наверное... Вот если бы он сам сделал свои какие-то курсы обучения владению, ну, то есть обучение актерской игры, я бы, наверное, на них обязательно записался. Да, можно еще втроем на меня, пожалуйста? Я вот не отказался бы, да. Ну вот, как раз третьего мне и не хватало. Я думаю, от этих чуваков мы все-таки выйдем. Что там у нас по времени, друзья? Я думаю, как раз сыграем еще одну или две катки. Я думаю, на сегодня закончим, друзья. Ладно, больше нет вопросов. Ну-ка, дуэли бойни мы не можем, да, друг против друга? Ну окей, поехали тогда на смертельную схватку 4 на 4. Схватка или уничтожение? Схватка или уничтожение? Давайте схватку попробуем. Шикарная игра «Щито». Он ни в одну сцену не попал, и все его реплики были столько... были столь неадекватны, что даже мой кот — вершина актерского мастерства. Проколотый пупок. Сарказм. Мне нужно сделать табличку «Сарказм», вот, наверное, да? Да, это был сарказм, друзья. Конечно, мне совершенно не нравится. Ну как... По фану его посмотреть, наверное, интересно, поржать над всеми этими моментами, ну как бы посмотреть все эти обзоры на этот фильм, просто все шикарные обзоры, большинство зарубежных, переведенных тоже очень много, ну а так, не знаю, сам фильм я, конечно, тоже не смотрел, все эти сцены просто шикарны, сценарий просто шикарен, но как бы, да. Да, смотреть это тяжело. Но не так тяжело смотреть, как взломать блогера. Как взломать блогера? Там вот все тяжело. Анатолий его посмотрел. И посмотрел еще «Дети против волшебников». Там прям тоже все хорошо. Угу. Откуда нам тогда знать, что табличка «Сарказм» — это не сарказм? Я думаю, как-нибудь догадайтесь, друзья. Ладно. На бусе давайте попробуем. Мне кажется, у меня за ним тоже должно получаться. Табличка «Сарказм» пока не придумали на Твиче, но есть такой смайл. Да.
Тоже неплохой. Yes, против нас два бота. Я как раз именно им и буду сливаться, да. Анатолий посмотрел, как взломать блогера. Бедный Анатолий, да. Люди, всем привет. Может, кто помочь с настройками Twitch? Заплачу. Очень надо, выручайте. Убитый кис. Я думаю, что, зная наше сообщество, кто-то вам может и бесплатно помочь, смотря какие у вас, конечно, проблемы. Давайте даже проведем один бой, я думаю, вот так вот. Почему бы и нет? Ну, давай, грузись быстрей. Их вроде меньше. Поэтому мы должны загрузиться. Всем привет. Да, это я уже почитал. Ударение не туда поставил, он заплачет. Где я ударение не там поставил и чего? Фильм «Дочь Бога» — интересная идея, но снят просто ужасно нудно. Про «Дочь Бога» я, к сожалению, друзья, совершенно ничего не слышал. Так что не буду на данном этапе никак это комментировать. Блин, я хотел девушку с мечами взять. Воу! Я убил бота. Я рад. Я получил 2 очка славы, ей. Вот и все. Ну, вот и все. Так, там вот еще кто-то. Это, по-моему, обычный игрок. Но я, по-моему, сейчас бью своих, чтобы чужие боялись, как обычно. Да, ярость у меня была! Я не успел. Черт. Так. Фу-фу-фу. Давай, грузись. Поехали. Нам мы должны им отомстить. Я вижу, даже баф был! Это было просто. Так, ты тоже умри. А ты куда побежал? А вон они где побежали. Бежим, 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 бежим. Мы проигрываем? Чё? Это как? Стой, 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 аккуратней. Давай восстанови стаминку, пожалуй. Так. Тихо, нет! Нет! Ху! Я даже живой немного. И на том спасибо, как говорится. Так, мне правда здоровье восстановить каким-нибудь образом. Стой, 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 здоровье! Ладно, будем думать, что тебе оно нужнее. Опять кого-то убили без меня. Ладно, полезли выше. Может, там что-то будет. Что-то у нее очень как-то глубокий змей. РБ, 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 РТ, РТ, РТ. ВЛТ плюс РБ. Да подожди ты. Бот. Бот, ты можешь подождать? У меня здоровья как-то маловато. И куда ты? Вот опять куда-то побежал.
Здоровье, 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 здоровье. Нет, 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 нет. И она его взяла. Да как это вообще? Нет, стой. Опять стамина закончилась. Бот, стой! Сюда иди! Мы с тобой не договорили. Ты прикалываешься, да? Я сейчас догорю просто, наверное. Или нет? Фу! Ладно. Правда, это битва с ботом, но все же. Почему? Так, а вот против этого самурая я навряд ли, мне кажется, победю. Странно, не успел добить. Не успел использовать. Здравствуй. Добивающий прием. То ли отпустил не вовремя, то ли еще что произошло. Слышь, нет, нет! Вы еще тут вдвоем. Как это? Будет какой-то сюрприз на праздничный стрим. Кто-то из гостей может. Ксамелька, ты про какой именно праздничный стрим? На 8 марта у нас на данный момент, если честно, не планировалось никакого праздничного стрима. Вот, поэтому я думаю, навряд ли. Так, да, простите, совершенно забыл, что вы до сих пор смотрите на прекрасный LG Ultra White. Сейчас все переключим и... обратно возвратимся к игре. Так, идем дальше. Все сражения там где-то сверху идут, а я зачем-то убежал сюда вниз. Зато бонус подобрал, тоже неплохо. Это что такое? Это, видимо, восстановление здоровья. Его там просто затолкали, понятно. Ну ладно, мы вроде ведем. И то хорошо. Спасибо за броньку, ребята, спасибо. Так, где еще противники-то? Нам немного осталось вроде. Там все выше, что ли? Или нет? Или ниже? Или выше? Где боты? А, там опять пришли наших разбирать. Пойдемте в ответочку наваляем им. Ай-яй-яй-яй-яй. Ярость. Ауч! Это больно вообще-то, если вы вдруг не знали, мужчина. Опять он меня схватил, да боже. Ладно, хорошо. Я тут, пожалуй, постою. Да что ты делаешь-то? У вас тут, я смотрю, немало, ребят. Вы все втроем сюда пришли, что ли? Вы чё, нет? О, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Так. Ну, мы, по-моему, победили, да?
Да. 11-3. Ну ладно, это самый худший результат из моей команды. Давайте еще один бой, я думаю, ребята, и на этом на сегодня закончим. Кто будет плюс в чат? Да. Угу. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, мистер Бот. Так. Распределить ресурсы. Защита. Так. И я готов. Почему-то не нажимается готов. Ну давайте к карте перейдем тогда и запустим просто поиск заново. А, у нас одного человека не хватает. Оливка. Присоединяйся. Кубер, по-моему. Я не помню кто. Простите, друзья. Я помню, что ник начинался на Ку, но, видимо, его нету. Ну, ладно, вот Оливка вернулся. Поехали тогда. Мне схватка понравилась, она как-то получше. Давайте снова схватку. О, пропустил Кубер, блин. Прости, Кубер, я просто тебя не заметил. Так. Едем. Опять кого-то не хватает. У нас Оливка вылетел. Что ж бывает. Давайте попробуем еще разок за Набуси. У меня как-то за нее вроде неплохо получилось. Да, все мы боты. Потому что живем в матрице. Это моба? Нет, Роман, не поверишь, это не моба. А, это Муртор там. Все, все присоединились. Отлично. Дим там все сидит, выбирает себе телефон. Никак не может понять, что надо брать к Xiaomi. Они одинаковые все. Да не одинаковые они ни хрена. Но они различаются не так, чтобы сильно. Но вот как бы... Зачем так делать? Я посмотрел Pro, я посмотрел Note 3 Pro и 4 Note. Они типа, блин... Различаются вот настолечко, да, практически все. Вот она, сложность выбора, не правда ли? Бери iPhone 7 Plus на 256 золотой. Понял, Дим? Проколотый пупок советует. Он, я думаю, готов даже занести на него. У меня столько почек нет. Вот так вот, к сожалению, у меня нет столько почек. На Wildlands будет стрим, да? Конечно, будем стримить Wildlands. Ксамелька, ты про кого? Опять против меня фиолетовый. Кстати, почему мы до сих пор не загрузились? Я сейчас... А, вот, пошло. У меня Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Не то что iPhone 7, никакой фантазии. Что получил? Кефир покинул сессию. Ну и удачи тебе, Кефир. Я думаю, мы... Понятно. Так. Давайте, мы должны сыграть последнюю игру. Так. Что-то я мало кого вижу. Практически не вижу людей, которые с нами играли. Один... А, вот мистер Тернул тоже. Точно. Михаил Веди. Давай. Никита Квер. Рейден РФ. Я помню, ты тоже был в игре. У меня iPhone 7. Ну, прокол пупок. А зачем он тебе?
скажи. Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Слушай, Плазмоган, а что за Prime? Потому что у меня Special Edition Redmi Note 3 Pro. И версии Prime я не видел. Вот. У кого есть ляжка? Что такое ляжка, Роман Спринг? Стример выглядит, как обычно, по ночам не спит и в Дотан гоняет. Конечно, Ром, только в Дотан и гоняю по ночам. Ты чё? Роман Спринг, это вот вы из разряда тех людей, которые смотрят девочковые стримы, на которых девочки типа сидят вот так вот подняв коленку, которая, чтобы она была в кадре, да? Это вот вам этого не хватает? Мне просто интересно. Потому что я вот на девочковые стримы не часто заглядываю, но вот если вижу, обычно вот исследую там, что у нас вообще на Твиче, в ВК на трансляциях происходит. Если есть девочковый стрим, то есть девушка стримит, то ты заходишь на него и видишь, что девушка обязательно, я не знаю почему, но вот на большинстве именно так, девушка сидит с коленкой в кадре. Объясните мне, пожалуйста, зачем? Я просто этого не понимаю. Это правда нравится кому-то? Или это новый фетиш у людей? Я, ну вот, мне просто интересно, расскажите, пожалуйста. А если ты хочешь что-то мощное, бери Leica Max 2 или OnePlus 3. Так, друзья, ладно, видимо, на сегодня это все-таки стрим окончен, потому что, как видите, имеются... Ладно, давайте сейчас еще раз попробуем поставить на поиск, но что-то идет не так. Нас почему-то возвращают. Сейчас последний раз попробуем. И тут игра началась. Окей. OnePlus 3, если что-то бюджетное, Xiaomi Note 3. Ну, вот мне тоже так кажется. Да, еще и Special Edition. У Prime экран на пару дюймов больше вроде. Единственное различие. А, ну так Prime и, видимо, Special Edition это одно и то же. Потому что мой как раз, ну, не на дюймов, а на несколько миллиметриков сам по себе телефон чуть побольше. Да, у меня та же самая проблема и не все чехлы к нему подходят. Я вот тот, который заказал с Али, мне нужно было немножко доработать, потому что гнездо для наушников, ну, вот вырезали гнезда на наушников, немножко был смещен, но я там пластика немного отрезал, и гнездо стало нормально. Еще нужно немножко обрезать гнездо для зарядки. Или майку с плеча стягивают. Вот, ну вот насчет майки с плеча что-то не замечал, если честно. А почему нас подключило в какой-то уже заведомо... Я один, что ли, подключился? Нет. Ладно. Да. Он чуть побольше. Никакого. Ну да. Но он на пару миллиметриков побольше. Это просто на самом деле европейская версия, которая изначально идет сразу уже с ну, то есть... с русской прошивкой, и она типа точно обновляется до 6-го андроида, насколько я помню. Там есть какие-то такие вот приколы с ним, с этим Special Edition, но так разницы особо в нем, да, никакой по сравнению с обычным. Я что-то понять не могу, против нас боты, что ли, или нет? А, один бот против нас. Ну окей, ладно. То мы как чересчур быстро вырвались вперед. Звездочка, я хочу подобрать звездочку. Сейчас она. А, это не бот, это обычные эти противники, которые. Дайте мне звездочку. Я хочу звездочку, ребята. Мне нужна звездочка. Не знаю, как вам, но я хочу звездочку. Там звездочка это остановилась почти. Или что здесь должно происходить? А, это уже... Что дает эта звездочка, друзья? Подскажите, если кто-то вдруг знает. Я отвлекся немножко, простите. Простите! А, вас тут еще и двое, замечательно. Да-да-да, друг друга бейте. Не-не-не-не, не меня. Не меня, друг друга, ребят.
Я не знаю, что это было. А, это бомбы были. Отлично. Xiaomi Mix пусть берет. Ну, Xiaomi Mix, кстати, тоже прикольный, но, насколько я помню, это все-таки лопата, друзья. То есть это больше, чем 5... Если я не ошибаюсь, он, по-моему, 7 дюймов, и, на мой взгляд, это все-таки дохрена. Я хотел брать не Mi Mix, Mi Max изначально, но посмотрел все-таки обзоры, посмотрел, что это... Это не просто лопата, это лопатище, это планшетофон. Я, к сожалению, забыл, как подобное называется обычно. Фаблет, да, вот фаблет. Давайте не вдвоем на меня одного, можно, пожалуйста, ребят? Да, ты думал. Там все сложно. Не считай, что ты сейчас быстренько в этом во всем разберешься и типа такой, я беру вот это. Вот, потому что мне на самом деле понадобилось очень много времени для того, чтобы хотя бы немножко понять, что мне все-таки лучше взять. И я просто забил на это все и взял то, что изначально хотел. Разобрался, короче, называется, да. Я просто забил смотреть эти все обзоры, потому что их хреново туча. У каждого человека свое мнение насчет каждого телефона. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Кому-то ничего не нравится. Вот, поэтому тут как-то все неоднозначно. Ребята, вам не кажется, что втроем на одного это нечестно? Вот, видишь, Gamer Convention пишет, у меня Redmi 4 Pro. Ну вот. Мне, кстати, очень нравился LG Nexus 4. Вот он был офигительный. Вот просто, просто конфетка. Но он, к сожалению, морально тоже устарел. Я не знаю, прилетел ли ему 7-й Android на данный момент. Но вот линейка Nexus, особенно которая от LG, еще вот 6-й Nexus, если я не ошибаюсь, тоже от LG версии выходил. Он тоже был крутой. Вот мне прям он очень нравился. Ты здоровье, да, поставил? Так, подожди, смотри, смотри, да подожди ты, смотри, что у меня есть, смотри. Блин. Лучники, вы плохо стреляете, вы в курсе? Не кажется ли это обычный бот, типа обычный воин, которого я забороть не могу, бывает. Я тоже хотел Mi Max брать, но решил, что одной рукой его юзать неудобно будет, а двумя руками юзать телефончик тупо. Ну, там дело даже не в том, что юзать телефончик. Я понял, что я достаточно часто ношу его в кармане, и поэтому мне будет совсем, совсем уж тяжко с ним. Сюда иди. А, молодец, Викинг. Викинг всех заборол. После iOS сложно юзать Android. Я бы не сказал. Я в одно время себе купил iPhone 3. А, я борюсь с ботом. Какой я молодец. Я купил себе iPhone 3G. Мне он на самом деле... Прости, мужчина, я резнул тебя, кажется, в огне. Если ты не против. iPhone 3G и как-то, ну, попользовался, вроде все неплохо. В итоге у меня на нем просто сдох экран через какое-то время. Половина просто перестала работать. Вот, и... я как-то забросил, не знаю, так и не смог в итоге перейти на iOS. И мне она прям вот, ну, как-то вот, ну, не очень, если честно. Купил полтора года назад Lenovo S90, классный аппарат, а теперь юза узнал, что они переименовываются, мото и поддержка прекращается.
Ну вот, кстати, я бы не отказался сейчас от мото. Если не ошибаюсь, то мото тоже выпускали Нексусы. Хотя могу ошибаться, потому что Нексусов у них не было. Но линейка мото тоже очень хорошо выглядит. Я, правда, не юзал ничего из последнего, из их линейки. Но линейка хороша. Вот, поэтому никаких претензий у меня к ней нету. Да, мы будем бороться вчетвером против одного. Почему бы и нет? А, у них один чувак только где-то остался, и мы выиграли. Понятно. Стамина, восстановись, пожалуйста, спасибо. Так, и где последний синий-то? Вон он где. Он, видимо, хочет самоубиться, я так понимаю, или нет. Хорошо. Ладно, друзья. Это последняя игра была на сегодня. Спасибо всем, что смотрели, спасибо всем, что комментировали. Был рад вас всех видеть. Всем до скорого. Это был проект «Игра месяца» с LG Ultrawide. Играли мы с вами в For Honor. Спасибо, что смотрели, спасибо, что комментировали, спасибо, что присоединялись к игре. Далеко не уходите, у нас скоро будет киномод. Будем рады вас там тоже видеть. Всем до скорого и всем пока!